Друзья, ни для кого не секрет, что в многих бизнесах, во многих бизнесах процветает воровство со стороны сотрудников. Где-то воруют товары, где-то воруют деньги, ну а в брокере, в страховом брокере воруют клиентов. Как это обычно происходит? Нечистоплотный сотрудник, самые оголтелые заключают соглашение самостоятельно, более-менее адекватные просят заключить такое соглашение своих родственников, друзей, знакомых, со страховыми компаниями, со страховыми брокерами. И когда у этого крысеныша появляется возможность увести клиента, он его оформляет, но оформляет на бланке своего родственника, друга и знакомого. И в том числе этот родственник, друг и знакомый может клиенту этот полис и доставлять. То есть это система возможная, реальная, работающая. Кстати, у очень многих страховых брокеров, если вы еще не знаете, то скорее всего про эту систему, то скорее всего вас уже и воруют. Так вот, но тем не менее, для того, чтобы построить, нужно какой-то опыт получить, нужно разобраться, что, как, зачем, почему. То есть новичок обычно такие схемы проворачивать не может и не умеет. Но фишка заключается в том, что времена сильно меняются. И сегодня для того, чтобы украсть клиента в вашем бизнесе, достаточно просто открыть соседнюю вкладку или новый браузер и уже залогиниться под своим паролем и логином, и оформлять электронный полис и получать комиссию напрямую, без каких-либо посредников, родственников, знакомых и так далее. То есть ваш сотрудник, может быть, прямо сейчас оформляет электронный полис не в вашу компанию, а непосредственно себе. А вам скажут, что ой, клиент не захотел, ушел, застраховался в другом месте. Поэтому, друзья, если вы еще сегодня не внедрили систему контроля вашего бизнеса, то я настоятельно рекомендую это сделать. Почему? Потому что каждый вот таким образом сворованный у вас клиент, это не просто потерянная одна сделка, да? Это потерянный денежный доход, может быть, на 5, может быть, на 7, а может быть и на 15 лет. То есть этот клиент мог покупать у вас из года в год, а еще приводить друзей и знакомых. Но что произойдет, когда он будет сворован вашим сотрудником? Все это достанется ему, именно вашему воришке, сотруднику, и достанутся все денежные потоки от этого клиента. Если вы это еще не знаете, не понимаете, то, конечно, вы теряете очень много денег. Но решение есть. Приходите на мой бесплатный 5-дневный тренинг, в котором мы в том числе будем говорить о том, как защитить бизнес от воровства. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Рядом с этим видео найдите ссылочку и регистрируйтесь. И увидимся в самое ближайшее время. Пока-пока.